Азыр октагон анонсер калганында тааныштырат бизге. Рост 175 сантиметров, вес 66 килограмм, возраст 23 года. Чемпион Узбекистана по универсальному бою. Победитель многочисленных турниров BF Pro Fight. Профессиональный рекорд 4 победы, 0 поражений. Представляет команду «Мангуст». Тренируется под руководством Мансура Тугизбаева. Встречаем бурными овациями. Машрапа! Фархаджа! И его соперник. Боец, представитель Кыргызской республики. Рост 172 сантиметра. Вес 66 килограмм. Возраст 26 лет. Чемпион Кыргызской республики по боевому самбо. Мастер спорта по боевому самбо. Профессиональный рекорд. 4 победы, 0 поражений. Представляет команду Айкёль Манас. Тренируется под руководством Амирхулова Нургазы. Встречаем бурными овациями. Абдрасахуло! Ислам Абдразакулу и Фархаджон Машрапов сегодня в четвертой паре бойцов будут биться. Кстати говоря, у узбекского бойца минус один балл за перевес. У как он смотрит на нашего бойца. Это последняя дуэль взглядов этих двух файтеров на сегодня. Теперь нужно все доказывать уже на деле. Фархаджон Машрапов, Узбекистан, синий угол. Ну и Ислам Абдразакулу, красный угол. Мы начинаем, друзья. Четвертый бой турнира WF Global 16 и Brave 32. Попал вот здесь. Попал вот здесь, смотрите, боец. С первых же секунд постарались бойцы. И вот тут этот оверхенд проходит у нашего бойца. И нужно постараться еще раз нанести такой же, в принципе, удар. И снова в очередной раз бьет и пытается сейчас связать нашего спортсмена здесь Фархаджон. Но нужно на дистанции работать. И как уворачивается сейчас наш боец. Ну, в целом, смотрите, зрелищный бой показывают здесь файтеры. Много турниров было у Фархаджона на турнирах W и F. Ну и у нашего бойца тоже есть много побед за плечами. 4 боя на проф-октагоне. 4 победы также. Мастер спорта по боевому самбо и школа боевого самбо. Она всегда помогает в ММА. И попал вот здесь, смотрите. Фархаджон Машрапов. Удар с разворота. Этот хэдкик, я думаю, что был одним из самых зрелищных ударов этого турнира на данный момент. Но на ногах стоит Ислам. Все с ним в порядке. Ислам забирает центр. Ну, я думаю, что каждый из них уже начал бояться соперника, потому что и у того, и у другого есть очень сильные удары, и каждый из них может ударить по-своему. То есть и с разворота пробить, и разными ударами. Ну и здесь переворачивает нашего бойца Фархаджон Машрапов. Зрелищный поединок они показывают, и в тайском кличе сильнейший удар пропускает Фархаджон Машрапов и закрывает гильотину наш боец. И вот здесь нужно будет ему тянуть, и скорее всего эту гильотину наш боец будет завершать. Но как же все-таки силен узбекский файтер. Он встает на ноги. Попытка выполнить слэм, я думаю, сейчас у него будет. Да, тяжело, тяжело сейчас узбекскому спортсмену. Тем не менее, какой зрелищный бой сейчас показывают Фархаджон и Ислам. О, менуемча был мельдештин гринчи. Коз битеши, давайте сам даже джараш дай. Эки мушкертен бир-бирне тап-такыр гем калбаган эрөөлдү көрсөтүүдө азырынча, бирок
Кыргыз мушкери көбүрөөк активдүүрөктө таасир калтырууда. Биринчи раунддун 3 мүнөттө артта калган учур жана 3 мүнөт ичинде бардык күчтү ортого салды окшойт. Эми мындан ары беттеш жүрүшү бир аз жайыраак болушу ыктымал, анткени менен абдан бир кызыктуу болоруна менин эч кандай күмөнүм жок. Себеби эки мушкер тең мынакей кыйын дем ала баштады, кыйын жутунуп абалды дагы бир аз кыйналып көрүп тургандай, анткени менен бул биздин көзүбүзгө көрүнүүдө. Себеби мушкерлер бир раундка эмес, жөнөкөй эле мушкер 5 раундка даяр болушу керек. Азыр каршы соккусун тама жөндөп өзбекстандык мушкер дагы исламды өзүнө жакындатпагандын аракетин көрүүдө. Жакшы белге кирүүсү негизинен бул жерде буга чейин дагы өзбекстандык мушкердики жакшы болгон, анткени менен азырынча Ислам Абдыразак уулу кыргызстандык мушкер абалды туура көзөмөлдөп жаткан чагы. Кайрадан клинч, кайрадан эле өзбекстандык мушкер бутунан кармап кандайдыр бир тейкдаунду издеп жаткан чагы. Анткени менен ушинтип тура бере турган болсо рефери бошотуш керек. Мынакей азыр активдүү иштеп жаткан мушкерге активдүүлүктү сурап жаткан маалы рефери. Мынакей кабырга талаштыра узатылган соккулар, булар дагы өз учурунда упай алат, позиция алмашты. Жакшы, Ислам эми клинчте көзөмөлдүн ээси. Биринчи раундун эң соңку көз ирмемдери. Менин оюмча кызыктын баары экинчи раундка калды окшойт. Ооба, биринчи раунд жыйынтыкталды. Азырынча баарыбыз өтө бир кызыктуу беттешке ортоктош болуудабыз. Эгерде эрөөл ушундай өнүгөрө турган болсо эки мушкер тең, менин оюмча 3-чү раундун аягына чейин беттешти өткөрчүдө. Азыр кызыктуу кадрлар мынакей жайлатылган тасмада бизге көрсөтүлүүдө. Ой-ой-ой, өтө жакшы соккулар болду чынында. Биринчи түз соккусу менен Ислам атаандашын тамай тапканы менен андан кийин өзбекстандык мушкер мынакей айланып тээп кыргыз мушкерине дагы кыйын абалды жаратууга жетишкен. Жалпы алып караганда биринчи раунд өтө кызыктуу өттү. Буга чейин 3 беттеш биринчи гана раундда жыйынтыкталып калган болчу. Демек бул экинчи раундко өтүп жаткан биринчи эрөөл жана тыныгуу, биринчи тыныгуу бул мелдештин алкагында азырынча. Великолепный первый раунд. Максимально зрелищный получился он. Ну и, друзья, первый бой, который дошел до второго раунда, между прочим, за сегодняшний день. Близкий получился раунд номер один. И попытки болевых, и были удары с разворота, попадания. Ну и ждем раунд номер два. Ислам Абдыразакулу и Фархаджон Машрапов. Нельзя стоять на месте, конечно, застаиваться тоже нельзя, потому что опасен узбекский спортсмен. Он, пользуясь пассивностью соперника, может все-таки, наверное, нанести сильнейшие удары по недвижущейся цели. Ну, визуально крупнее выглядит узбекский спортсмен. Ногами очень он работает уверенно. Чемпион Узбекистана по универсальным боям все-таки. Еще раз по ногам бьет. В
В этом раунде не так много ударов мы видим. С боковым сейчас заходит все-таки здесь Фархаджон Машрапов. Ну, нашему бойцу полегче, конечно, потому что у соперника минус один балл, и вот он пытается провести проход, но наш спортсмен защищается от этого тейкдауна. У сетки работает сейчас он, и все-таки узбекский спортсмен тейкдаун производит. Очень красиво он делает, и сразу выходит на боковой контроль, и сразу залазит на нашего бойца, и вот он в маунте. Опасная ситуация, нужно выходить. Забирает спину. Даже если здесь не отдашь шею, но все-таки вот такие удары, они очень сильно будут влиять на рефери. Встает на ноги. Ислам Абдразакулу показывает свою природную силу. И все-таки оказывается он в закрытом гарде сейчас уже в выгодном положении. Ну вот, молодец. Есть у него вот эта сила, мощь и характер. Это он сейчас показал. Но вот эта защита тейкдауна была, конечно, не самая лучшая. Это стоит признать. Нужно быть поувереннее ему. О, азыр Ислам Абдразақұлы шул көзөмөлдү сактап калыш үчүн сөз түрдө активдүү аракеттерди жасаш керек. Бул деген сокку биринчиден. Кыймылдап турбаса азыр калыс бутка тургузуп коюшу да мүмкүн. Азыр чыканак менен ур деген сөздөрүн айтууда. Секунданттар бул өтө туура, себеби WF Global уюмунда чыканак менен сокку узатууга уруксат берилет. Brave FC'де негизинен ММА-де кандай эреже болсо ошонун баарына тең уруксат. Бирок селекциондук мелдештеринде WF'тин чыканак менен урууга тыюу салынат. Андыктан кээ бир мушкерлерибиз балким унутуп да калышы мүмкүн чыканак менен уруу туурабы туура эмес деген. Дийлик 2 мүнөттөн бери ушундай эле көрүнүш болууда. Ислам азыр бошонуп бир аз аралыкты таунун аракетинде, эгерде аралык эле болуп кала турган болсо, анда мүмкүн болушунча кубаттуу соккуларды узатууга аракеттенери белгилүү. Бир мүнөт убакыт калды экинчи раунддун дагы бүтөрүнө. Негизинен өзбекстандык мушкер Фархаджон Машрапов жакшы баштаган экинчи раундду, тейкдаун алды. Анткен менен андан кийин тейкдаунда сиздер досу партерде кыргыз мушкери өзүнүн күчүн көрсөтүп фул маунттан кыйын абалдан бошом чыккандыгын көргөнбүз. Азыр көбүрөөк кармап койгондугуна байланыштуу калыс бутка туруп беттеш өткөрүүгө чакырды. Бул эми туура көрүнүш. Эми раундду ким кандай жыйынтыктайт, ошону дагы билип алалы. Өзбекстандык мушкер жөн тургусу келбейт албетте. Анын дал ушул айланып тепкен аракети абдан жакшы экендигин көрдүк. Кезектеги тейкдаун, негизинен тейкдаундан коргонууда Ислам Абдразакулунда маселе жаралды экинчи раунд тарыхча. Ой-ой-ой. Бул билбейм, чарчап калганынанбы же Фархаджон Машрапов Исламдын алсыз жагын таап алдыбы? Экөө тең болушу мүмкүн. Азырынча эгерде өзбекстандык мушкер сары кагаз алгандыгын эске ала турган болсок, кыргызстандык мушкерде үстөмдүк бар. Анткени менен үчүнчү раундда баары тең чечилиши дагы ыктымал. Ислам активдүүрөөк болуш керек, мүмкүн болушунча активдүү болуш керек. Баарыңыздар жакшы билесиздер, бизде өзүбүздү мушкерге тартуу деген нерсе болбойт. Себеби каптал калыстарынын баары тең Брейв FC жана WF'тин чет өлкөдөн атайын чакырылган
өкілдері қалыстықты қылып жатқан шағы. Но этот раунд, я думаю, все-таки здесь забирает узбекский спортсмен. Очень интересный боец в целом. Показал весь свой арсенал во втором раунде. Ну и надо все-таки нашему бойцу этот раунд забрать. Что там? Перчатка развязалась. И вот теперь начинаем последний раунд. Все бои по 3 раунда, напомним, будут проходить у нас. Кроме последнего. Попал вот здесь очень сильно. Ощущение, что поплыл здесь Фархад Джон, но тем не менее... Успел он нанести удар с разворота. Ну а тут проход теперь уже в исполнении Исламом Дразакулу. Он тоже сумел провести удачный тейкдаун. Опасная ситуация, потому что может здесь развернуться и перевернуться боец из Узбекистана. В его исполнении мы это уже видели. И в исполнении нашего бойца тоже мы это наблюдали в первом раунде. Можно и по корпусу работать, но видно, что устал все-таки здесь Ислам Дразакулу. И он... Именно эту паузу, это положение используют как время, чтобы передохнуть. Но нужно выйти на удобное положение. Закрывает здесь гард Фархад Джон Машрапов. Очень опытный боец Фархад Джон. Попал вот здесь хорошо. И атакует наш боец. И видно, что поплыл уже узбек. Но как он быстро восстанавливается и... Поосторожнее нужно быть здесь ему, чтобы не отдать шею. Две минуты, конечно, лежать будет очень тяжело, потому что рефери может поставить бойцов на ноги, но тем не менее, наш боец пока ситуацию контролирует. Жақшы Ислам Абдразақұлы азыр шақырынық менен үшінші раундта бүткіл өзінің мықтылығын көрсетуді бүт жағынан. Азамат, егер де ұшу бойынша, егер де раундты жинтықтай тұрған болсаң, да, ал үшін беттеш егілікті жинтықталышы тұрған еш. Ошын барын тен ойлығын Ислам азыр. Окей. Наты жада үстіндегі мұшкер, ешқандай әрекетке барбағандығына байланышты, қалыз бұтқа тұрғызуыны тура көрді. Жоқ дегенде ұрып тұршы керейлі, бірақ өзбекстандық Машрапжан Машрапов мүмкіншілік берген жоқ. Азыр қайрадан айланып. Тәу. Ислам әмнегедір азыр демілгені беруге даярдай. Мүмкін болушынша демілгені бербегендің әрекетін көрші керек. Қырғыз мұшкере. Ой. Ой, 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 ой. Дару тұрып кетші керек болшы. Қайрадан тұрғанға күші жетеуі. Азыр артқа қашқанға әрекетін жасайды Ислам. Бірақ егерде соққыларды өткер олай тұрған болса, қалыстағы тұрғыз үші мүмкін.
Ой-ой-ой. Мінекей, екінші, үшінші раундты барын тең жақшы уланып келе жатқан Ислам азыр қиын авалда, бірақ тұрып кетші керек. Үміт қылауыз өзісті мұшкер үзден. Азыр авал өзбек мұшкерінде, бірақ анда дүлі өте жақшы авал деп айта албайым. Айланыш керек, мүмкін болса айланыш керек. Шаршап қалды әлбетті. 19 секунда, егерде шыдай тұрған болсаңда жеңішке жету мүмкіншілігі дағды осы бар. Ай, жақшы. Бұл жерде Ислам Абдразақұлы бошанып шыққанда. 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Беттеш дерлік бүтіп қалған ұшыр. Дағы 10 секундадай уақыт бар екен. Беттештен бүттішіні. Жана Эрөл жинты. Абдразақұлы Ислам этот бой выигрывает, чем мы его и